Всем привет! Сегодня приехали на Велецкое водохранилище в районе Рабунь. Я уже закормился. Девять часов. Скоро стемнеет, поэтому насадки, как видите, все как всегда. Ничего не меняется. Одел первый раз поводки на крючок мотыля. Вот, будем смотреть. Я думаю, ночью я снимать не буду. А с утра что-то поклевывает уже на ближнем. А с утра, возможно, мы что-то поснимаем. По дистанции ближняя 30 метров, дальняя 60. Вода упала где-то на метр. Очень мелко. Кормушка 30 грамм падает на раз. Но это на ближней. На дальней там 60 грамм кормушка на 3. Немножко глубже. Ладненько. Буду ловить, если что будет интересно, включусь и покажу. Вот такое вот, ребята, чудо на Велейке ночью клюет. Смотрите, какие маленькие сомики. Обалдеть, а. Сейчас мы его отпустим. Поплыл домой. Назад плывет, видите? Так, ну что, ребята, вот наступило утро. Можно немножко рассказать о рыбалке. Так, а что рассказать? Рассказать-то, в принципе, как бы и нечего особо. Я как приехал, я 7 вечера приехал. Пускай я пока разложусь, то да сё. Ловить я начал около 8. Приехали еще ребята 2. Стали немножко левее. Но они уехали с рассветом. Так как я не видел, чтобы они что-то поймали. Поэтому как-то так. Рыбалка трудовая. Очень трудовая. Рыбка отказывается клевать на все. Надо заставлять, скажем так. На ближней дистанции где-то, может, как начало шареть, около 10, что-то такое, начала проклевываться мелочь. Давайте сначала. Вот я вот как закормился, и где-то в течение часа-полтора я ловил вот таких вот бычков. Рыбы не было совсем, вообще никакой. А вот уже как начало темнеть, подошла мелкая густера. Ну, вот, вот стандарт. Как везде. Что на Березине, что на Днепре, что и на Велейке, оказывается, она везде одинаковая. Мелочь это клюет вот. Но, тем не менее, я был рад этой густере после этих бычков. Но это на ближнюю дистанцию. Дальняя не шевелила. На дальней даже не было бычков. Ближняя у меня стоит выход с русла. Или тут косак, как местные говорили. А там дальше пошла глубина. Так вот, ближняя стоит у меня 30 метров прямо на этой бугре. Плотва. Полотенце далеко, ладно. Оп, оп, оп. Вот такая вот плотвина, видите. Хорошая, я вам скажу. 130 такая.
бонус. Полотенце все засрал. Рыба мелкая. А слизи-то на ей много. Мелкая она или крупная. На густере-то не, а подлещиков мелких я много ловил ночью. Так, ладно, сейчас забросим и продолжим рассказывать. По насадке. Как бы, как начала она ловиться, она клюет на все. Без разницы, там, два опарыша, три опарыша. Но как-то она все равно психует, непонятно. Лучше всего на 5 матрей. Одевал больше, рыба такая же, но дольше ждать поклевки. Не добросил. Дольше ждать поклевки. Поэтому вот 5 мотыльку, самая такая вот насадочка топ получилась. Поклевая рыбка хорошо. Отвлекается. По поводкам. Поводки работают только длинные. Короткие не работают вообще. Длинные это от 1,20 м. Пробовал я вязал и 80, и метр не то. Вроде бы есть такие дын-дын, и кидая рыбку. А вот длинные я начал вязать. Пошли поклевки. Ну, поклевки пошли. Реализация пошла. С кружками оказалось еще намного хуже. Рыба мелкая. Подобрать крючок очень тяжело. Перепробовал много. Почти все маруты, что у меня были, достал и гамики. Ничего особо не секло. Потом вспомнил, как вспомнил. Дошла очередь, да. 94-14 марута. 6 номера. Это классическая поплавочная такая форма. Так вот, на эти крючки реализация стала получше. На них и продолжаю ловить. Как бы меня устраивает. Хорошо, рыбка просекается. Да, есть холостые, но это такая рыба. Что сейчас делать? Так. В общем, эта мелочь начала как подергать с темноты. Нет-нет, поклевала. Так клюнет, то не клюнет. До 12 часов. После 12 до 2 часов ночи я не увидел ни одной поклевки. Что я не делал. И аромы, и дипы, что только не пшикал, ничего не помогало. Отодел два белых опарыша, не хочу, видите, надо возвращаться на мотыля. После 2 часов ночи, ну да, буквально там сразу же вот минут 5 или 10, я не помню, 15 минут третьего, в общем-то, было понятно, я достал на дальнюю удочку первую рыбу. С дальней дистанции. И это был сомик. Сомик небольшой, маленький. Я его, конечно, отпустил сразу же. Факт в том, что вот там на глубине рыбы нет совсем. Понимаете, как не было ни бычков, ни этой мелочи. И сразу же хоп, и сомик приплыл. Приплыл, ну ладно. Где-то полтретьего на ближней точке включилась подлещик. Ай, промазал. Довольно-таки активно. Ну, я активно, каждые минут 10-15 была рыбка или хотя бы была поклевка. Так, кстати, у соседей не было даже и поклевок. Так, что у нас еще тут? Клювала она опять же недолго.
где-то до полчетвертого. Потом опять вырубили клев. Даже эта мелочь куда-то уплыла. И вот у 5 часов опять вернулась эта мелочевочка. Я думаю, может, кто подплывал, может, те же самые там ходили по точке просто, что у меня была эта мелочь. Самое интересное то, что я на дальнюю удочку поймал две рыбы. Это сомик и одна гусера. Все. Понимаете? Рыбы нет совсем. Она вот, видите, вот на мелководье на этом крутится. Но это мелкая. А где крупная рыба, непонятно. Днем температура на улице 32-34, а ночью я реально подмерз. Пошел в машину, взял бушлат, потому что реально холодно было. И это с учетом того, что даже волны не было. Волна вот сейчас только начала подниматься. В общем, я думаю так, что норму я наковырял. Покажем вам улов. Что еще? Насадки это я показывал. Еще что я заметил, не работает красный опарыш. Вообще не работает. Если вот на белого клюет, два белых одеешь, три белых одеешь, ну, поклевки есть. То если к белому подсаживаешь красного, то все. Можешь идти курить. Поклевок нет вообще. Почему, непонятно. Работали такие номинации, как мотыль с опарышем, но красно-белый вообще. Камеру включу, даже вот видите, не хотите, это зараза мелкая клевать. Так хорошо наклевала. Перестала. Ладно, видео будет у нас короткое, потому что рыба мелкая. Рассказывать особо не о чем. Можно сказать, ездил холостую. Но ничего не поделаешь. Скажу, что рассказывать не знаю, что еще рассказать не знаю. Дистанция 30-55. 55 не работает, 30 работает. Поводки 1,20 м, говорю. Крючки 94-14 морота. Пробовал резал и опарыши, и мотыля, роли не играет никакой, вообще никакой. Что-то там не то. Кстати, комаров нету, можно сказать. Вот с другими водоемами, где бунарейк, где этих комаров, очень много, то здесь их нет вообще. Нет-нет, один какой-то прилетит, укусит, а так. Такого нет, что десятками на тебя садятся. Вот так вот. Вот так вот мы ловим рыбку, вот видите, да? Крючок голый. За хребет, на пустой крючок. Я сразу думаю, что людей нету никого. Ни одного человека приехал на дамбу. Тут вот оно что оказывается. Так тут уже не бяре. Нету рыбы. Поэтому да, такая вот рыбалочка. На следующей неделе поеду на Припять. На пару суток. Может, там хоть половим, что хорошего. После Днепра это у меня вообще охоту отбило от рыбалок. И тут еще такая же зараза мелкая. Ну, те же это на велике сидеть и ловить рыбу в темпе. Ну, мелочок, ну как это так? Да. Бустера. Стандартные.
Не обязательно ехать на Днепр за такой гусерой. Можно половить ее и на Велике. Вот так вот. Рассвет. Солнышко встает. Судя по тому, как ярко оно встает, сегодня будет жарко. Поэтому, наверное, мы будем скручивать манатки. Поедем до хатки. Поеду домой. Хорош. Давайте покажем вам улов. Ой. На этом. Ну так, я вам скажу. Немного, не мало, но если учесть того, что с 8 вечера до 5:30 утра, 26 сейчас в данный момент. А те ребята 0, то мы довольно-таки нормально. Половили. Действительно, что мелкая, бляха-муха. Мелочь. Ну ничего ж не поделаешь. От этого никуда не деться. А ты зараза. Чего ты скакаешь? В общем, вот такой вот, ребята, улов. Ну, я думаю, норму мы сделали. Хоть мелочью, но сделали. Рассказать особо нечего. По насадке лучше всего 5 мотыльников. Вот так все. Говорится, всем не хвоста. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока.